Здравствуйте, меня зовут Нагиева Татьяна. Я руководитель и соучредитель салона красоты и здоровья «Соланж». 19 лет назад мы организовали наш салон как семейный бизнес. Мы начали всего с одной оздоровительной процедуры, и за 18 лет мы выросли до центра с большим спектром услуг. Сегодня «Соланж» – это салон красоты полного цикла, имеющий медицинскую лицензию. В арсенале нашего салона дорогостоящее, уникальное оборудование для оказания услуг в области косметологии и лазерной эпиляции. «Соланж» является одним из лидеров в индустрии красоты города Вологды. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах и продолжаем развиваться как команда специалистов, запускаем новое оборудование, расширяем линейку услуг. И самое главное, мы развиваемся в части сервиса и обслуживания наших любимых клиентов. К 2016 году перед руководством салона стояла задача в условиях высокой конкуренции, периодической замены специалистов, закрепить клиентов за салоном с помощью системы лояльности. Уже планировался выпуск пластиковых карт. И в этот момент я познакомил Татьяну с UDS. Татьяне понравилось, что это одно решение сразу нескольких задач. А именно, готовая система лояльности, закрепление выгодных и постоянных клиентов, оцифровка рекомендаций, развернутая статистика, полноценная обратная связь, готовое мобильное приложение. Сначала мы как собственники вовлеклись в использование UDS, затем мы вовлекли коллектив и уже при участии всей команды вовлекли клиентов салона. Сегодня каждое посещение клиентами нашего салона оцифровывается с помощью UDS. Наши клиенты видят свои привилегии, а мы как владельцы напрямую видим их оценку сервиса. Кроме основных выгод, о которых я скажу чуть позже, мы узнали своих активных и эффективных рекомендателей. К имеющимся 5252 клиентам, благодаря рекомендациям, мы получили еще 2573 новых потенциальных клиента и ведем с ними работу. Прирост клиентской базы салона составил более 50%. Из этого числа 329 человек стали нашими постоянными клиентами. Это составляет 13% из числа клиентов, привлеченных через сарафанное радио. С помощью системы UDS мы успешно прошли серьезные испытания для нашего салона, когда 80% от нашего женского коллектива практически одномоментно ушли в декрет. Нашей задачей было сохранить клиентов, несмотря на практически новый коллектив. Мы работали над качеством услуг, и здесь нам очень помогла обратная связь от наших клиентов в режиме реального времени. Финансовая выгода от использования UDS для нас очевидна. Мы сэкономили 1,5 миллиона рублей на смс-рассылках, 78 230 рублей на изготовление пластиковых карт, 3 116 490 рублей за счет перехода с прямой скидки на бонусную систему, 450 тысяч рублей на создание собственного мобильного приложения, 60 тысяч рублей на услугах тайного покупателя. Мы получили 3 795 722 рубля благодаря рекомендациям наших клиентов и 184 460 рублей дополнительной выручки от новых клиентов, которые узнали о нас в рубрикаторе приложения UDS. Общая экономическая польза от UDS для салона составила 9 184 902 рубля. Мы окупили программу лояльности UDS за счет экономии на затратах и дополнительных доходов в течение 5 лет более чем 100 раз. Благодаря системе UDS мы готовы к эффективному сотрудничеству и открыты к предложениям по кросс-маркетингу с другими организациями. Мы рекомендуем каждому предпринимателю, который заинтересован в развитии своего бизнеса в новых условиях, использовать инновационный продукт UDS.